А сегодня был такой спецучасток непростой. Жарко, дюны и эти сбросы. То есть забираемся по этажеркам вверх, 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 а потом сверху вниз метров 150, 200, 300. Очень опасные сбросы. Ну, такой динамичный день. Останавливаться было нельзя. Правда, мы пару раз подвисли, потому что, ну, машина не только, она определенно ниже, чем Toyota. Мы будем сегодня даже, я решил с линейкой замерить, что же здесь немного другое. А так нормально, динамика хорошая. В принципе, я считаю, что удачный сегодня день. Хороший день, тяжелый, но такой трудовой, боевой хороший день. День сегодня был хороший, навигация. Все с ней хорошо, все билось, все нормально. Легенда бьется изумительно. Немножко, конечно, травма руки не дает как бы полностью расслабиться. Приходится держать ее на спрыжках, на всех. Вот, то есть, ну, на самом деле подсели там пару раз сопливо, там быстро-быстро откопались, наверное, и уехали. Ну и одна спрыжечка была, а все остальное идеально. Все работает в ней как часть. У меня к вам предложение такое, это нетрадиционное. Если хотите, я вижу. Один стартовал сзади, в 2 минуты позже меня. Ну и, в принципе, где-то на 40-м километре он нас загнал, мы шли уже, я его вперед пустил. И, в принципе, мы так, у нас классно вдвоем получается. Один за ним. Он смелее начинает брать подъемы, потому что знает, что в любом случае сзади подмога есть. То есть никаких этих моментов нет. Ну, в принципе, сегодня классно, конечно, результат. Сейчас посмотрим, что время какое. Ну, хотелось бы лучше. Все было отлично. С навигацией было сегодня интереснее, чем вчера, потому что вчера реально было неинтересно. Были очень длинные как бы куски без навигации. Длинные, опасные, очень много было непрописанного. Сегодня тоже было много непрописанного, но покороче были отрезки, было где поработать. По пескам нужно ехать, постоянно переключая передачи, а у нас это не получалось, потому что сцепление через раз, через два, через три работало. Это было очень сложно, очень трудно. И еле-еле справились. Мы думали, машина встанет. День прошел тяжело. Вообще очень тяжело. 24-й километр от старта, сцепление накрылось и все. Сначала нас обогнал Т2, наш основной конкурент. А потом мы стали отдавать всем остальным. Ехать реально невозможно. Без сцепления на второй передаче 200 километров спецучастка. Дюну не накатишь. Песок мягкий, уже здесь дожди давно, как бы уже эти 3 дня все подсохло. Машину просто убивали. Но она выдержала, и мы доехали. Наши едут.